настоящего воспитания ребенку не давал и не мог дать. Я педагог начальных классов. А он кто? Он приезжал, он ругал сына, бил даже такую крошку. Алика от этого заикаться начал. Просто удивительно, как такого человека держат в нашей авиации. Он часто выходил на работу в полет пьяный. Он же мог погубить и машину, и людей. Как такого человеку? Как ему ребенка доверить? Вы знаете, у Ненарокова были такие высказывания, что просто даже стыдно слушать. Вот он, например, вот эти...